воскресенье в Самарской области пасмурно, пройдет снег. 0-2 градуса днем, ночью в тех же пределах 0-2, южный ветер 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурно и снег. В дневное время -1, ночью 0 градусов, южный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти тучи, осадки в виде небольшого снега. Днем 0 градусов, ночью также нулевая температура. Южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно с прояснениями, снег. Днем -1, ночью также 1 ниже 0. Южный ветер 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 86%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.